Самый массовый в Беларуси один из лучших в СНГ 12-й музыкальный фестиваль «Рок за бобров» пройдет 3 августа на аэродроме «Боровая». Билеты уже в продаже. В этом году продолжительность феста увеличится до 12 часов. Зрители и порадуют 12 коллективов, звезды рок и хип-хоп сцены. Ведущим ОПНР станет Юрий Дудь, а хедлайнерами «Баста», «Литл Биг», «25-17», «Мумий Тролль», «Ляпис-98». В 2018 году фестиваль развернулся на 150 тысячах квадратных метров, а в 2019 площадь мероприятия будет увеличена. На фудкорте планируется поставить более 120 точек питания. Впервые фестиваль «Рок за бобров», напомню, прошел в Бобруйске в 2005 году. Тогда хедлайнером стала группа «Би-2».